перекошенный диван. Мечтал о том, что скоро буду тоже ветеран. Боже, лейтенант, рот свой пересохший вытирал. Нельзя как мог за диалогом заторможенных тиран. В приглушенном свете ламп ждал, чтоб по оплошности не прозевать, как старшие предложат третий раз. Детям план, одна из гостей лошадью зажав, сказала гости, может хомяка положите туда. И больше явно не ребята мы. Давно наши воспоминания пятнами. Но одна хуйня все так же непонятна мне, почему мне снится тот хомяк в бульбуляторе. Мы память как будто попрятали даты. Дни остались невнятные каракули. Но все равно не сосчитать на калькуляторе, сколько раз мне снился тот хомяк в бульбуляторе. Фразы как демоны сказано с телом, но пара черных глаз из-за стекла запотела. Поглядя в отражение, видит только грызунами хотела. Во что с дивана встать так хотел, но боялся быть осмеянным. Проснусь слабым истериком, ведь все угорая пиздели над гонгом с хомяком, что превращался в растение. 97-й кто-то лаял из телека. С тех пор я перевидел многое. Смерть, увы, не новая, да и жизнь, увы, дерьмовая. И давно не удивит надгробие. Но я понял, что с тех пор с тем хомяком все переплетено было. Наверное, явка не от шизик. Какой хомяк, если я терял тех, кто мне близок, но всего один опас дури. И мне кажется, мы за стеклом и через нас курят. И больше явно не ребята мы. Давно наши воспоминания пятнами. Но одна хуйня все так же непонятна мне, почему мне снится тот хомяк.